Смотрите, какая у нас жара. У нас сегодня 14 апреля. Это вообще... Я иду, вот, взяла рубашку, но она вообще не катит, как говорится. Прям жарко. И такая белая. Может, чуть-чуть загорю. Вообще класс. Ой, я дон дева. Вот. Идем до пляжа. Сейчас, не знаю, дойду. Ну, конечно, дойду. Куда я денусь? Вот. Просто хотела вам показать, какая жара вообще. Гляньте. Хотя я любитель тепла. Я холод не люблю. Ну, это прям класс. Наконец-то приходит лето. Вот. Вот хочу вам показать, как бананчики растут. Смотрите. Вот видите маленькие бананчики? Вот на таких типа пальм. Они невысокие пальмы. Вот до пляжа еще нам шуровать и шуровать. Ну, я думаю, за 10 минут дойдем. Вот мы с Чарли и дошли до пляжа. Минут 20 пешкарусом. Но летом, конечно, это невозможно. Летом спаришься вся. Там подальше есть пляж собачий. Ну, вернее, не собачий, там с собаками можно. Вот мы сейчас туда пойдем. Потому что людей уже довольно-таки много на пляже, видите? Море спокойное. Так что, чтобы не мешать никому, вот там пляж, где можно с собаками, вот туда мы и пойдем. Да? Тебе нравится? Vamos на playa? Побежал. Сейчас поближе покажу. Вот такой у нас сегодня денек. Еще выходной у всех, так что все вышли отдыхать на море. Многие приехали с другого города. Ой, с собаками, хотя везде. Вон. Вообще на пляже нельзя с собаками, но вот там с собаками все. Нельзя, по-моему, с какого-то там готовиться. Это он меня так ждет, когда я ему кину камень. Смотрите. Я тебе ничего кидать не буду. Камни для зубов плохо. Даже не готовься. Нет. Маму. Вставай. Приготовился. Все. Знает, что от меня фиг что дождешься. Ой. Так, пойду где-нибудь поближе, вон там сяду, где детей нету. Нет, ну я бы сказала, что ветер прохладный. То есть я бы купаться не полезла, как вот они. Видите, сзади. Волны обалденные. Ну, вода, наверное, ледяная. Нет, я бы 100% не полезла. Для меня это очень холодно. Сейчас посидим, а сзади вот Сьерра-Невада, сзади снег. Конечно, на камеру не так видно. Ну вот такой, в общем, у нас панорама. Супер летняя. Вот видите, морщусь я, морщин у меня. Такие волны красивые. И Чарли приготовился. Ждет, когда я ему камень кину. Не буду я тебе ничего кидать. Гляньте. Много людей. Видите, дети им пофигу. Они вон купаются, им по барабану. Холодно, тепло. Вон еще одна собачка лежит. Так что собак много. А этот все ждет, когда ему камень кинет. Вот научил он свою голову. Вот такое, видите, все в купальниках. Но мне бы холодно было. И я уже думаю рубашку бодеть. Оно какое наше море. Тра-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что потерял в краю родном? Видите, парус одинокий. Красота, лепота. Он, машина, гляньте. Все с собой.
друзьям. Вот такие здесь горы красивые. Вот мы почти уже приехали. Demasiado. A ver si lo pilla. Вот миндальное дерево. Видите, миндаль, он уже еще зеленый. Вот миндальное дерево. Осталось немножко. Кива. Милю. Милю. И Милю. Ай. Que ladra, Milo. Вот столько еды нам сегодня. И перрио. Милика, смотрите, как прыгает. Ай, прыгай. Ай. Ай. Milu, ¿ya te vení otra vez? Milu no puede estar ni dentro. Pues ya venía. Milu, vamos. ¿Te has conseguido, hijo? Pero no has conseguido, te quedas listo. ¿No quieres? ¿Y eso? Porque estamos... Está reíne. Está reíne. Perdiendo. Y es verdad que has perdido un montón de kilos, ¿eh? 16. No, no. Гляньте, какая красота. Ну, бассейн, конечно, чистить надо. Ух, гляньте. Как мой Чарли. Во ему тут красота. Вот так живут люди. Вот у них дача. Чего ты? Гляньте, гляньте. Корри, маму. Пилота. Три пилота. Ай. Три. Да, от мячика что осталось только. Тома. Это камин. Здесь тоже еду делают. Это они сад ремонтируют. Не ремонтируют, а приводят в порядок к лету. На солнце 3 часа. Гляньте, какая я вся сгорела. Вся красная. Такая красота. На улице жарище. О, и бассейн зеленый. Летом классно, когда приедем, обязательно покажу. Солнце какое светит. Ой. Куда пошел? Иди сюда. Укусит, не укусит. Ой, ой, сегодня распелся, как, смотрите. Обычно не заставишь, а сегодня так уберешь руку, не делает ничего, видите? Вот, сейчас, смотрите. Не поет. Кастрюлями здесь варят. Ну, пару, но... Кетьене? Шпината. А, шпинат. Шпинат и все дела. Кепинта. Ну, No, él, vamos, él me dijo que vendría.
día, pero no me dijo qué día. Oh, yo soy primera. Da igual. ¿Quién está? Pues nada, como no viene nadie, ala. ¿Qué pasa? Никого нету, я первая. Кто успел, тот и поспел. Здесь нет ни рыбы, ни мяса, ничего, ничего. А это, не знаю, что. Тоже шпинатом что-то жареное. Жареное шпинатом. С вином. Бебе там есть, девочка маленькая спит. Так, приятного аппетита. ¿Dónde va con tanta bandeja, papá? Вот так едят за обедом. Должно быть вкусно. Конечно, на диете можно забыть. Но тем не менее, мужики, короче, с той стороны, мы с этой стороны. Вот как меня встречает моя рыбка. И моя рыбка как меня встречает. И моя рыбка. Где тебя пошел? Чего ты? Соскучился. Как она встречает, да? Да. Да. Чего дело? Расскажи, чего ты тут делал? Чего делал? Перчучек. Сейчас мы ему чучи дадим его. Печенька, да. Видите, как он берет печеньку. И деловой на кровать. Ой, ключи же. Так. И на кровать. Вот так он ее кушает. Свою печеньку. Вкусно? Ой. Пришла только домой. Все-таки в гостях хорошо, а дома лучше. Так что-то устала. Губы все обветрили. Смотрите, как я загорела. Видали? Сейчас свет включу. Вот прошла я сколько. Гляньте. Вот так я загорела сегодня. Все. Моментально. Такие дела. Так, пойду я переодеваться, раздеваться и все дела делать домашние. В общем, отдохнула я немножко. Полежала, телевизор посмотрела. Сейчас поставила доску гладильную и гладить. Пока ставила доску, утюг у меня к чертям полетел. Вот отсюда на пол. Надеюсь, ничего с ним не сломалось. Такая вот я, Маша растеряш. Маша растеряш, все у меня падает. Вроде греет, слава богу. А то к Пасхе же надо готовиться, а завтра мне некогда будет. Завтра надо будет покупать мясо на барбекю. Потом что еще? Скумбрию надо мне разморозить. Она у меня в морозилке валяется копченая. У нас здесь скумбрию нигде не купишь, поэтому приходится есть русские, купить 2-3 штуки. И, естественно, я же ее не съем, все приходится замораживать. Но вкус не меняется абсолютно никак, поэтому такая же вкусная. Вот, так что повезу я. Ну, мы как девчонками собираемся. Вот, и каждый везет, как говорится, первый, второй и десерт. Вот, я повезу, куплю тоже морскую капусту. Нам она очень нравится. То, что нету, всегда хочется. Морскую капусту здесь вообще найти невозможно. Мы нашли в одном китайском ресторане, я уже об этом говорила. И вот туда езжу. Она в соседней деревне, в принципе, где я работаю. Вот, и туда поеду. Куплю, надеюсь, что она будет. Куплю 4 баночки. Ну, баночки, они небольшие. Ну, порция, одна порция, короче.
куплю 4 порции, вот, и скумбрию повезу, ну и на барбекю что-нибудь, мясо какое-нибудь. Не буду ничего не мариновать, ничего, в магазинах все есть уже замаринованное, куплю какую-нибудь курицу, индюшку замаринованную, и так пойдет нормально. Ну, еще выпить что-нибудь, я не знаю, то ли мартини взять, то ли что, или вино взять, даже не знаю, что я хочу выпить и пить, даже не знаю. В общем, вот такие дела. Буду я гладить, потом уже поздно, пойдем мыться, укладываться, вот. Так что, наверное, знаете, до завтра, наверное, мы с вами, завтра суббота, еще один рабочий день, как-то это вот день работаешь, день нет, как-то не очень мне нравится. Нет, ну лучше так, чем работай, работай, работай без выходных. Вот, надеюсь, завтра пройдет быстрый день. Потом, говорю, надо поехать в Меркадону затариться. Не забыть все купить. И все. И вот такие, в общем-то, и дела. Собака моя спит без задних лап. Погладит мне он 3 рубашки, 4. Штаны одни. И то мужу. У меня все поглажено, у меня все нормально. Пойду в розовых штанах, и блузку я себе купила, я вам ее так и не показала. Ну вот, в воскресенье заодно и увидите. Вот. Так что всего хорошего, всем спокойной ночи, и пока-пока, до завтра.